в городе Шахты, на улице Мирошников, 54А. Живет Павел Николаевич Суворов и Зинаида Владимировна. Вот здесь мы и остановились. Зимы здесь теплые, а летом жарко. Рядом растут ананасы. Вот они. Такие вот деревья. И растут целые деревья черешни. Это там во дворе. А вон там наш Игнатий Тихонович рвет вишню. Чего снимаешь? Витя, вот абрикосы вот можешь там сорвать. Абрикосы, а я назвал их ананасы. Сейчас комментирую. Нет, это абрикосы. Абрикосы, да. Ну тут вот надо лестницу. Поставь. А можно залезть и трухануть. А не, он, знаете, сколько попадало уже. Да, а что ж Витя говорит, что собирал? Мы сейчас с Николаем собирали их немножко. О, а знаете, сколько. И нам.